Значит, с чего я тут? Я тут собрался машину поехать. Я же в кювет залетел по осени на прямом льду. И, значит, там этим подправил кое-как. И оставил я всюду весны. Вот. Купил такой наборчик, который это самое. Сказали, что он им хорошо рихтовать. Эти вмятины всякие. Вот на этой кастрюльке мы сейчас и попробуем, будет ли действовать это рихтовочное оборудование. Вот. Это обратный молоток называется. Давай, показывай. Здрасте. Даже пестик еще. Какая? А пестик у тебя заправился? Как определить? До конца, да. Жми туда-то. До конца. Может, там две надо вставлять. Куда до конца-то? Ну, а может, там две надо размер-то какой-то? 10, ёпаному. Здесь должна сама двигать ее. Нет, она сама не должна двигать. Вон следующая штука двигает предыдущую. Это ты что? Да. Не может быть. Вон она уже куда утопилась. Вон. Ну, в том так. Я не знаю, как это. Вон. У меня другой же. Значит, двигает. Не нагрелась еще, небось, твоя фигня. Ну, не знаю, как это. Я не пользовалась. В общем, сейчас будет эксперимент. Там не регулируется, кстати, температура, а ничего? Где она тут регулируется? Я спрашиваю. Ни хрена, она должна просто плавить и все. Это фирменная. Ну ты, будешь ты работать, собака? Видишь, она не достает. Она не дошла еще до носика, получается. Может, потолкать чем-то? Следующий толкают предыдущую, Миша. Ира, ты что ты херню хочешь? Ну я-то, наверное, знаю, пользуюсь такой штукой. Я знаю, ты же знаешь. А я только одну палочку. Ну зря. Ну там надо капельку-то, всего-то. Ну не что, она останется у тебя нетронутой, просто она толкает предыдущую. Ну а зачем мне туда, потолкать ее? Ну, ты будешь ее уже? Я не знаю, а тут не надо поворачивать чего-то? Нет, у меня тум начинается, вот, он снимает. Он только еще нагревается. Он еще не нагрелся. Как мартышка очки. А ты видишь, что не нагрелся? По-моему, он тебе просто тупо не встает. Куда он тупо не встает? У меня маленький греется минуту, а этот большой греется столько времени. Подозрительно. А, минуту не прошло. Прошло. Что ты камеру-то? Камеру-то можно выключить немножко? Ну как, вот базар можно снять. Из базара-то куда? Мы еще только не начинали базарить. Ну вот именно. Мы когда начинаем базарить, тут у нас шума много становится. Мы начинаем орать. Кризисные свиньи. А некоторые начинают глаза-то пучить, как эти сумасшедшие. Ой, некоторые начинают пучить вот, всегда. Да, вот это вот, это, который автор. Нет, это вы. Автор фильма. Глазки выпучит. Ну, короче, ничего ты не идет, я так понимаю. Ваш пистик не работает. Да, конечно, он не и работает. Что и говорил, что следующую не неси. Ну, толкай предыдущую. У меня следующая дверь на улице. Ну, давай, греби. Значит, использую сверхпрочные зубер. Железная хватка. Это зубр, да. Значит, будем смотреть, как эта железная хватка сейчас, кстати. Не отвалится ли эта железная хватка? Отвалится. Кто сказал? Все наши говнище, потому что. Это ты так решила? Да, я патриот говорю. Это ты так решила? Ты толкай вот этой штучкой, а вот еще она уходит. Не надо учить вот меня в жизни. Мы железную хватку сейчас будем делать. Так а как я потом это отмывать буду, интересно? Я-то спиртом отмывается, смывается. Тут суть не в том. А суть в другом. Чтобы эта фигня... Какая херня? Ну, сейчас тебе говорю. Хрень какая-то. Как ты хрень? Во-первых, нужно вот... Как ты определил, что именно в этой точке надо выгибать? Потому что умный. А вот я сомневаюсь. Например. А в какой? Ты почти... Ближе к центру. К центру, там он должен на плоскости стать, а там изгиб. Правильно, а на изгибе он не станет. Поэтому он не выпрямится. Кто не выпрямится? Ну ладно, выпрямляй. Он должен, наверное, остыть? Ну, это конечно. Будет не знаю, сколько времени, он будет остывать. Ну, не сразу остывать. Смотри, как вот это называется обратный молоток. То есть мы вот в эту сторону будем потом бить. Потом будешь эти орехи колоть. Это же не надо ничего. Почему орехи? А что еще ей можно делать? Ничего. Больше ничего. Для орехи тоже нельзя. Неудобно. А смотрите. Так, ставим. Ой, ой, ой. Эй, ты. Так, так. Смотри. Так, так. На кастрюлю надо держать.
обоссаться можно, блин. Это все доложили. Нет, это называется сверхпрочные, блин. Да? Во-первых, уж надо время давать. Мне кажется, это слишком быстро вообще. Ну, хотя я сомневаюсь, что она, честно говоря, и приклеится так, чтобы ее сила вот это должна быть очень большая, но она не может так приклеиться. Это чуть. Нет, так он вообще. Это силикон обыкновенный. Он вообще не держит. Так он ее не должен, по идее, держать. Это силикон. Господи. Да как это не должно? Еще и как должен. Ну это же силикон. Как же еще должен? Как он может держать? И как же он. Как его? Клей! Написано клей, сверхпрочный, железная хватка, умноженная на 2, вот, блин, понимаешь, вот, все написано, как это херня, советская, российская, то есть. Вот именно. Прозрачный. Говнище. Для всех материалов написано, для всех материалов. Российская, говнище. Понятно тебе? Кто там производитель-то? Из Китая это да, производимо? Да, какая-нибудь, ёпаноть, небось. Военное какое-нибудь производство. Да, конечно, Китай способен здесь. 100%. Обосраться можно. Вы так напишите, таким этим. Ошибка, что это я не могу прочитать. Это же можно обосраться со смеху, а, ребята? Короче, способен это мутищах. Мутищах. Ну, это на самом деле, это Китай, 100%. Я просто, вот это, кстати, для народа, блин. Чтобы не верить. Не надо, вот над столом. Чтобы не верить на это говно, оно такое. Чудовище, блин. Сюда ему нормально приклеится. Садись есть потом. Поставь на пол эту кастрюлю и садись есть. Ух, надо год ждать? Ну, минут 5 пусть приклеивается, чтобы точно уже убедиться, что говно. Понимаешь, его уже точно не мучиться больше. Я встретил девушку. А машина, может быть, она не такая, вот там тоньше, может, металл на машине. Ну, говно, металл тоже. Просто это нержавейка, мне кажется. Да не, блин, а хотя она не ржавеет. Ну вот это не ржавейка, а там-то обыкновенно железо. Там тоньше. Дерьмовое железо. Сопротивление меньше. Машина там отечественная. Ну, короче, будешь потом там мудиться. В общем, обоссаться с этим. Уже смешно. Да? Уже смешно. Ты спросил бы меня, я сразу сказала. Говно. Уже смешно. Не надо себе эту цену-то набивать. Да я понимаешь? Это насквозь. Я говно в цилиндре. Ну, Миша, уже столько говна съедено, уже столько, понимаешь, попробовано в жизни, что сколько уже... Сколько съедено, сколько пора... Думаю, будет смешно. Ребята, можно обоссаться со смеху. Я уже обоссался со смеху. Нет, ты главное, такой мужик взрослый, такой наивный. Ну, блин, я бы не купила такую. Ребятушки, просто пиздец. Я бы такой не купила. Ладно, давай свечку, сейчас будет другой перепробовать. Перешли ко второй части марлезонского балета. Теперь испытываем вот этот стержень. Там написано, что он супер-мупер, специальный для автомобильных вмятин. Смешно. Вот, он. Давай. Супер клей тоже, супер клей написано. Он очень супер, суперский, очень суперский. Мне кажется, температура больше, чем положено, она еще горит. Нет, это не пойдет. Температура больше, Миша. Она не должна чернеть. Облом Петрович. Ой, помещи какая. Дай ему престол. Облом Петрович. Впитываем клей. Написано было, что специально для вмятин автомобильных он пригоден для того, чтобы машинки, бибончики, вот вмятина, если есть, ее нахуй. Все, надеюсь. Все? Все, эксперимент на этом закончился. Люди, вас просто наебывают с клеями, как хотят. Вот это говно, вот оно даже отдирается от этой липучки. Миша, силиконовый, по определению не может таких нагрузок выдерживать. Вот. По определению. Вот, может кто-то скажет, что я дурак, ну может быть. Но ты вот наивный. Но эксперимент вот не удался. Вот он, блин, а? Как был, так и остался. И конь не валялся. Конечно.
Да не это херня все, и машина то же самое будет. И конь не валялся. Попробуй, конечно, на машине, но я не думаю, что это получится. Может, потому что он на нержавейку не хочет? Я не знаю. Может, вот... Попробуй на машине. Здесь шлифовка. Для чистоты эксперимента попробуй на машине. Ну, это надо плюс делать. Ну, когда будет плюс, а не в минус. Ну, когда будет, попробуй. В общем, говно, ребятки. В общем, нас дурят, как хотят. Я единственное могу сказать, что может из-за шлифованной нержавейки... Вот это 1500 стоило, а это... В общем, 2000 коту под хвост. А, так еще клейки. Ну, 2000. Ну, 2000, я и говорю. Почему коту под хвост? А зачем вот эта дубина тебе нужна будет? А вот будем, значит, искать клей. Да нет такого да клея. Да вот, посмотри, интернет есть забит, как люди выпрямляют эти самые. Слушай, я хочу сказать, что миллион будет рецепты. Смотришь, рецепты снимаются, а готовятся по другому рецепту, понимаешь? Вот. Так и тут. Дело в клею. Может, они клей какой-то другой присобачивали, вот, надо понимаешь? Надо искать клей. Так а может, ты им испортишь покрытие машины тем клеем, её который... красить все равно потом, товарищ. Ну... Мы выпрямляем для того, чтобы потом... Надо ещё отодрать приклеенную штучку. Отдерёшь. Мы делаем сначала рихтовку, а потом... Ну, ищите. Будем еще и всю краску сдирать, ёпта на мать.